Приветствую всех на канале Коктейль ТВ. И я тоже. Коктейль ТВ в эфире. Снова я, Яша, и мой отец Станислав Николаевич. И бельгийское пиво. Бельгийское, вот такие большие бутылочки в метр. Наконец-то попьем. В метр приехали, увидели, и забрали, и побежали снимать обзор. Да. Друзья, буквально вот только-только купили. Даже ничего по нему не нашли, в принципе. Почитали информацию, никакой особо такой не нашли. Но нет, что-то, что-то интересненькое есть. Но больше про святого Гумаруса. Это название пива, да. Компания делает, сейчас скажу, как называется. Немного пива, смотрите, что-то уже пробовали. Да, пробовали уже. Карнелисен. Да. Карнелисен у них где-то там в районе 20-30. Мы в Абдике у них пробовали. 20-30 пивасов делают, мы Крик пробовали. Крик вишневый, продается тоже метра. По-моему, и Ламбик тоже пиво пробовали. Ламбик, да, с какими-то вкусами там у них тоже да. есть. В общем, вот. Сегодня у нас будет трипель и дюпель. Да. Оба крепенькие, большие, бокалы все небольшие. Мы специально самые большие нашли бокалы. Очень редко у нас используются делириумы эти большие бокалы. Купили, блин, 0,5 и жалели в последнее время, то, что, блин, не можем из них ничего попробовать, потому что, блин, ну 33-й берем. Из них даже ничего не видно. Это да. Сегодня хоть будет возможность попробовать. Ну да. Я пока открываю, ты легенду расскажи. Да. Жил-был такой... Мужчина, наверное. Че, или женщина? Вот, опа. В общем, был какой-то король, у него появился сын. И этот сын стал паломником, друзья. Стал паломником из-за чего? У него какие-то разногласия с женой появились. А жена у него была по преданию злая. И он от нее ушел в паломники. В общем, гулял он где-то, гулял. По другим бабам. Нет, он стал паломником. Он ушел в лики святых. Ну, не в лики святых, а верующие, да, как это, не знаю. Проповедники, не знаю, как это называется. Проповедники, да. Ну, в общем, ушел он в паломники и сотворил чудо. Чудо чудесное, как говорит наша телеведущая на Первом канале. Да. Чудо чудесное. Ну, она же про коронавирус говорила, это же чудо чудесное. Был такой мем. Ну, в общем, неважно. В общем, святой Гумарус, что он сотворил? Было спиленное дерево, ну, или срубленное, не знаю, в то времена, наверное. Это был, по-моему, 8 век. Да, 8 век. Ну, где-то так вот, примерно там эти времена. Он обмотал поясом, друзья, дерево и вырастил его на... В глазах у всех людей. Оно выросло. Представляете? Ну, это, конечно же... Ну, легенда, что ли. Легенда, да. Ну, скорее всего, он просто сделал прививку. Просто сделал прививку на корнях и вырастил, я так понимаю, яблоню. Ну, информацию как бы я немножко поподробнее так подкопал. Ну, быстро все это сделал. И понимаю, что он первый, ну, один там из них, из первых. Мичурин, короче. Мичурин, да. В общем, сделал прививочку, и все офигели, что ни хрена себе, так можно... Где его выросло? Можно палку привязать к корням, и она вырастет. Ну, то есть, сделал что-то интересное. Ну, и сейчас надо понимать, что когда ты пьешь это пиво, ты поддерживаешь экологию, как вырастает пиво. Ну и против злых жен, да? Представляете, против злых жен. Так написано. Он сейчас стал символом внебрачных вот этих отношений. Я говорю, гулял под люгом. То есть людей, которые разошлись, это символ. Теперь он. Это не к нам относится. Ну, кто его знает. У меня уже бывало такое. Ну что? Давай. А делируем бокалы. А слоник-то бежит там изнутри, друзья. Там есть... Вот не видно, но плохо, да. Пузырьки красивые. Вот пиво идут. Темное, видишь. Здесь на донышке такой слоник интересный. Да. И вот только интересно, что в бельгийском пиве идет... Да, наливали российское пивасик, там жигулевский. Ничего не идет вообще. А здесь вот, когда называют, наливаешь бельгийское пиво, да, там всегда идет слоник. О, даже вверху, вон, смотри, даже отпечатываться. А, друзья, даже внутри как будто слон какой-то. Да, жалко, не, не засняли камеру, не взяли. А у тебя-то вообще похоже? Да, у меня вообще похоже на слоника, да. Давай, пробуй сейчас даже. Давай. Бельгия, вот, наверное.
Бельгия. Дюбель. Опять прокисший хлеб такой, мякиш. С сахаром. Прокисший сыр даже какой-то. С творожным такой сыр. Ну, приятно это. Ну да. Ну, приятненько. Угу. Приятно пахнет. Ну, такой дюбель, дюбель. Цена, в принципе, вот за такую большую бутылку не такая уж дорогая. Метра 430, по-моему, да. Рублей. Да, да. Плюс-минус где-то, вот, друзья, где-то так. Это без акции. Это за 0,7. По белому ценнику мы его купили. Она 0,7 или 0,75? А, кстати, по градусам, по-моему, сколько она? Вот это вот. 7,1. 7,1. То есть, ну, дюбель нормальный. Нормальный дюбель. Да, дюбель нормальный. Давай, пробуем. Давай. Ох. Ну, что же напоминает? Это бельгийский дюбель. Такой классический, без какого-то изыска. Классика, классика, что? Обычный классический, да. Они, кстати, всего два сорта вот этого пива делают. Угу. Да, они в честь этого... Монаха. Нет, не паломника. Паломника. Паломника и даже какой-то он, типа, не святой, а какой-то. Ну, или святой это получается. Как сложно разбираться во всех этих чудаках, я не знаю. Ну, это чудак ведь, который придумал. Ну, ты представляешь, который сделал. Сколько лет? 13 веков назад жил. Жил ли вообще? Да, жил ли он вообще там. Так что... Корнелисон, да, прямо написано. Но. Корнелисон, говорит, там много сортов пива. Блин, какой же... Так, вот газировочка такая классная. Газированность вообще прямо. Да, смотрите, в бокале пенка прямо вот. Знаешь, что напоминает? Гринбергер. Вот прямо вот почему-то вот я его недавно пил. А у них разве дюбель есть? Нет дюбеля. Просто по вкусу напоминает. Нет? Брют, который у них темный. Вот прямо очень брюн. Сильный. Брют. Брют. Очень напоминает. Я его недавно покупал. Нет, слушай, карамелька вкусная. Карамелька хорошая. Карамель, сахарок, да. Да? Карамель, сахар. Крепость. Хорошо. Но это прям классика, классика такой, знаешь, ну, вот. Просто пиво, да, вот так. Да, вот. Просто пиво, которое посидеть вот в бачке, да, вот. Я бы он и разлив бы взял такое. Очень хорошо, да? Будет. Вот он и разливчики было бы вот. Знаешь, для разливного вот какого-нибудь такого бельгийского хорошего. Не, ну на язычке пощипывание идет такое приятное пощипывание. Газированность прямо мне нравится карбонизация. Очень, да, очень мелкая, как будто, знаешь, вот такая. Карбонизация очень хорошая. Она прямо да. Такая, как шампанское, что ли. Да, вот такое. Как шампанское, да. Но карамель во рту, это просто пипец. Ну, просто карамелька. Причем такая, она не горькая. Да, кто не любит, вот, знаешь, всякие вот такие вот. Как мы любим, и извращенные пивасики, да. Я их назвал, да. Это прямо идеалочка. То есть это такая классика, прям, которую возьмешь, и каждый человек попьет и скажет, ну да, мне нравится. Ну, посидеть в баре вот так вот с таким большим бокалом, просто приятно, да. Да, прикольно, да? Что такие форматы. Но они еще маленькие делают тоже. Да, делают. 0,5, по-моему, где-то я видел. Но там некрасиво, незрачные бутылки, кстати, такие. А здесь как бы, ну, другуну прийти. Нет, ну, оформление хорошие бутылки, мне очень нравится, смотри. Да, классно, вон же... он палку засунул в это... В землю, и там растет что-то. Видишь? Смотри, здесь как бы напыление же идет какое-то. О, так это, друзья, реально, какая-то краска. Это такая. Краска, вот напыление идет. Это не так просто все сделано. И цена, в принципе, я вообще просто поражен. Золотую медаль заняли в Барселоне. Бельгийский трипель, по крайней мере, занял. А здесь? Здесь нету. А здесь победитель. А, ну, то, что бельгийский трипель у них занял. Uh-huh. Они просто написали, что уже фирма, видимо, заняла. Uh-huh. А трипель занял золотую медаль 17-го года, кстати, недавно. Совсем недавно, да. Не, ну классно. Блин, вообще понравилось. Это вот, слушай, да, как бы... Хочется, знаешь, вот прям бельгийский колбасок вот этих вот, строганинки вот этой хорошей, знаешь. То, что мы с тобой в Питере, вот кто у нас не смотрел обзор, после этого мы были в Питере, мы там тоже кушали. Тоже прикольно было, да? За 430 рублей такую... Я считаю, нормально стоит. Я бы даже еще бы взял. Да, в принципе, да, вкусно. Ну, это классика. Для близко пива кто любит, в принципе. Это что получается, если пополам 330 грамм, это что получается? На 3 дели? 0,33 бутылки обычно в Бельгии. Так а здесь у нас сколько?
07-я. Пополам как раз. Чё? А, пополам, да? Ну, 200 с копейками, 210 рублей, 215. Это вообще идеальная цена для Бельгии. Это хорошая цена. Да. Это без скидок мы взяли. Это по белому ценнику. По белому ценнику, да. Ой, друзья, подвелся. В Росбире я посмотрел, что за 338 по акции можно взять. Вот это? Да. Вообще, вот та цена, по той цене... Ну, это какая-то там акция у них была, когда-то там, видимо. В Росбир, в Москве, на Варшавке, да? Там, мы там бывали тоже, покупали пиво. Классный, да, магазин. Классно. То есть там можно взять... Ну да, это супер. Супер. Не, слушай. Ну, вкусно, Бельгия, хорошая Бельгия. Все. Классическая четверочка, это прямо идеально. Ну, я тоже не дораскусил до конца. Ну, слабенько, конечно, но... Вкусно. Я говорю, что это классическая Бельгия. Классика просто. Это что-то типа из масс-маркета, да? Да, да, да. Да. Типа Люфе, знаешь, типа, вот... Типа у тебя типа бы... Раз... Типа у тебя, да, бы... Ну, они похуже. Это по качеству. Да даже по качеству. Это качественный. Это по качественный. Здесь не так... Здесь спиртозность уже такая приятная. Угу. Там цена, она вылазит. А здесь как-то вот она... Классно. Пеночка, блин, прям так играет во рту. Классно. Карбонизация идеальная. Идеальная, во. Вообще. Вот только за нее четверку могу поставить. Стопудово четверку. Средний, ну там, конечно, на Антапте большая оценка уже стоит, там 6 тысяч, по-моему, дегустации, там, конечно, там 3-5, ну, как все. Так, так и должно быть, что, в принципе. Так, а теперь мы будем трипель с золотой медалью, да? Трипель, который в 2017 году получил золотой. 3 года срок годности. Да, срок годности 3 года у них. Трипель у нас вообще-то 8 с чем-то. 8,3. 8,3. Блин, ребята, я сегодня попью хоть пиво нормального. Ну, приятно взять, когда ты Бельгию берешь 1,5 литра. Да. А не как мы, блин... Одну бутылочку, да? За эту же стоимость. За эту же стоимость, да. И итальянского, да, взяли. Посмотрите, кто не смотрел, итальянское пиво, да. Ну, тоже классное, чего, господи, оно, что говорить, оно, да. Бесподобное. Нет, это, конечно, отдыхает, конечно, по сравнению с тем. Ну, блин, цена, друзья, тут 1,5 литра. А тут мы другие бокальчики еще взять. Это тоже классно. Это Жерар Депардье. Господи, да, в гости пришел, друзья. Ну, блин, а человек нет-то. Да-да-да-да. Пузан какой-то. Ну, так у меня напоминает Астерикса этого, знаешь. Астерикс, да. Как он там назывался? Не Астерикс, а чувак там, блин. Ну, все поняли, да, из мультика, из фильма, не знаю. Этот Пузан полосатый. Блин, ну слушай, ну точно, Депардье, я точно говоришь. Ну, блин, я не знаю, для меня какой-то... Астерикс и Обеликс, или как там? Ну, Астерикс назывался, да, а Обеликс, по-моему, звали, да? Астерикс это, который маленький усатый был, а Обеликс, по-моему, как раз и был пузатый чувак. По-моему, Депардье же и снимался вроде же его. Ну, теперь россияне, ты чего, господи? Он, по-моему, все свалил. Так свалил, а гражданин-то все равно остался. Паспорт не отобрали у него, да? По-моему, коров так и не получилось вырастить. Так, конечно, вы что, друзья, у нас тут вообще ничего не получается. Не, ну бутылки классные, слушай, ну вообще, я просто балдею от них. Да, хоть где-то вот на полочку, хоть сохранить их воду. Какую цену? Да они так делают, это нормально. Это нормально. А еще в России продают. В России, да. В метро. Прикольно, слушай. Так что, друзья, бегите в метро, покупайте, не знаю, прикольно. Попробую, да. Как-то случайно тогда сегодня? Случайно, да, реально случайно. Как-то уже почти прошли все полки, такие, да, что-нибудь в метро, может, возьмем, съездили, по-крепкому хотели посмотреть что-то, и такие, хоп, и нарвались. Ну-ка. А трипелька мне больше нравится всегда. А пузырёчки здесь по-другому играют. Смотри. Здесь бокал другой. Слушай, так тут тоже такие же мелкие. Смотри, какие классные. Вообще карбонизация просто охрененная. Блин, друзья, это как... Оно завораживает даже, да? Ну, это бокалочки, конечно, играет. Это как, знаете, вот новогодние эти шарики превращаешь. Да, да, я тоже хотел сказать про это. Ага. Смотри, как красиво. Ё-моё, на красиво. Красиво. Еще у нас подсветочка, блин. Пиво играет вообще, просто шикарно играет пиво. Здесь фруктовая тема такая. Очень много фруктов, такая насыщенность. Блин, здесь хорошо. Так здесь... Нет, Дюбель не такой. Дюбель какой-то масс-маркет. А вот здесь? Здесь и даже цитрусовые такие гуляют. Здесь цитрусовые. И фрукты. Какой-то даже манго. И дрожжей немного есть. Да, здесь богатый аромат. Для трипеля очень хорошо. Блин, то, что я сказал, дрожжи. Вот прямо чувствуется дрожжи. Как будто не добродили они маленько, да? Так они, видимо, здесь и дображивают. Возможно. Ну, не пастеризованное.
Почему у непастеризованного Чепецкого 30 дней срок годности, а у бельгийского 3 года? Как так, да? Ведь это тоже ведь живое пиво. На естественных дрожжах делают. А мы на искусственных дрожжах. Почему? Какие искусственные? Да тоже на естественных. Просто почему? Они из пачки делают. Мы-то из пачки делаем дрожжи. Я не знаю, как это делать. А они-то, ну, естественно, мух, я вообще никакие дрожжи мух не запустили, и мухи насрали, и получились дрожжи, вот и все, и поехало. А, что ты там имеешь в виду на дикие дрожжи? Да, конечно, че. Все, что ну, бельгийцы так... в основном и так ну, все делают. Вот про эту фирму я уже ну, не знаю. Ничего не нашли, по принципу. Я думаю, что это более такой масс-маркет, как бы, и... Ну, скорее всего. Я посмотрел, что они производят, нет, там все-таки они такие бюджетки. Ну, у них и ламбики хорошие, че. Ну, они все бюджетные, ну, да. По 130 рублей ламбик, да. Господи. По скидкам и все, и даже все смотрели, да. А ламбик стоит, блин, 500, 600, 800, 900, да. Косарь, полторы, две, да. Три, пять, восемь. Ну что, будем пробовать? Ну, цвет мне тоже нравится. Ну, классический цвет, да? Ну, бокалы мне нравятся. Нет, цвет классический, смотри, вот, ну, классическое пиво, согласись. Ну, по трипелю, мне кажется, трипелю, да, почему? Чуть посветлее мне должен, мне кажется, ну, быть. Чуть-чуть, может быть, да. Ну, в принципе, да, ну, свет уже, что, нормальный? Не, классно, все, карбонизация... Играет просто идеально. Ну, пеночка стоит, конечно. Пенка просто. Смотрите, как это вообще. Это как после стиральной машины, знаешь, вот пена там бывает. Давай попробуем. Дикая пена вообще. Я еще хочу. Это масс-маркет все равно. Масс-маркет это... Пиво, конечно, категории ниже, чем вот все трипели, да. Но, блин, но оно вкусное. Опять та же сладость. Ну, сладость приятная. Сладость уже не такая. Это сладость уже дюшесовая какая-то. Да? Да. То есть там была карамель, а здесь дюшес уже идет такой. Ну, я бы такую бутылочку я на бы вечерок-то взял. Я бы тоже взял. Однозначно, друзья. Трипелек стопудовый. Брать на вечерок, а если вы разбираетесь в пиве и любите пивко, я думаю, что... Слушай, может завтра снова съездим за 400 рублей? Почему нет? Ну, по белому ценнику, да? Да, по белому ценнику. Не, просто если сравнить, допустим, с Лефе, сколько оно стоит? Вообще, давайте разберемся по ценнику, да? Сколько? Ну, уже под 100 рублей, да, стоит? Да, ну пускай 100 даже. Две бутылки 200 рублей. Ну пускай, да, в клубу возьмем 100 рублей. 200 рублей, да. Ну, блин, это два раза дороже, да, получается? Да, два раза дороже. Ну, Лефе грубее. Лефе грубее. Ну, сейчас, который красно-белым уже идет, да, возможно. Это намного мягче, это более... Ну, очень мягкое пиво, очень мягкое пиво. Для трипеля очень мягко. И опять же, вот эти пузыречки, они играют... Опять много не выпьешь его. Вот, у него пару глотков. Дюпель, допустим, охота выпить сразу. Ну, вот здесь, да, покрепче. А здесь, как бы, ну, трипель его всегда, как бы, его растягиваешь на весь вечер. Ну, в принципе, со своей супругой так на вечер, да, в будни, допустим, да. На выходной день, конечно, охота что-то побольше выпить. А вот так на буднях, допустим, да, ну, кто употребляет пиво в будни? Слушай, ну, очень приятно на языке аж. Да. Прямо не обижайся. Ну, на языке прям вот пузыречки вот эти, они так тебя прям... Карбонизация просто охеренная вообще. Они тебя щелкают, они щелкают прям по язычку, так ласково тебя обнимают. Ну. Вообще. Не, ну, это хорошо, слушай, классно. Прям прикольно. Я хотел немножко как бы так подходить, блин. Я тоже думал, что значит, сейчас обсеем его всякое. Нет, я не могу такого сказать. Да, вот это масс-маркет. Натуральный масс-маркет, и вот и такое. Здесь даже масс-маркет, как бы, ну, блин, ну это прикольно, что там, что там. Блин, знаю. Ароматы, ну, тут, честно, я тебе скажу, что ароматы хорошие. Классические ароматы, бельгийские классические ароматы. Просто классика. Ну, ступеньку ниже, конечно, то, что мы пробовали, видишь, последний раз, это было хорошее. А, ты не забывай, который мы пробовали, там 400 рублей бутылка, вот, но ты, да. Ты стоил, а здесь, допустим, бутылка стоит 0,7 уже. Есть ну, разница? Да. Че? Да классно. 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 Как по мне, я обоим поставлю 4. Трипелек может быть чуть-чуть сладковат. Я бы 4,25 поставил. Да, вот этому я поставлю 4,25 точно. Вот ты правильно сказал. Вот здесь четверочку точно. Дай перепробуем. Давай. Эх, друзья, ну блин, как всегда, блин. С бельгийского пивка так хорошо сразу в голове становится. Споры, конечно, ну блин. Ну, споры рождаются истинно. Ну, во-первых, бутылочка, да? Я не знаю, кто бы там что ни говорил, нужно питок оценивать. Да, друзья, мы первым образом оцениваем глазами этикетку и все остальное. Все покупают по этикетке, да. Это первое наше мнение о напитке. И оно здесь, больше половины вот здесь, в этикетке. Это стопудово. Как бы вы что ни говорили, мы все равно будем пить
компании кого-то, и этому человеку, которому ты принес, он будет смотреть туда и говорить, это вкусно. Это может быть вообще хоть что налито. Он уже будет говорить вкусно, потому что он видит эту бутылку и такой, блин, это вкусно. Понимаешь? Давай вспомним, вот мы были с тобой на соревновании там с работы, да, я притащил аммоньяк. Вспомни. Да. Было просто аммоньяк за 900 рублей я притащил, и просто все люди, которые они просто накинулись и говорят, это что? Аммоньяк. Какой аммоньяк? Такой, да, обычные никто люди, они никто ничего не знает. Да, никто. Так это типа коньяк, но только не коньяк, а сделано в аммоньяке. И все, вот вы знаете, вот такой ажиотаж вот, вызов, вот, слушай. Вот, не дам соврать, все выпили по столько. Ну да. Но все сказали, где ты его покупал? Я говорю, где вот там, там и там. Все, не знаю, покупали они, нет. Во-первых, была красивая бутылочка, ну, такая, да, вот, классическая, но в Армантике вся красивая, да. Делают, этикетки некрасивые делают, да, то есть, опять люди купились на какой-то... Опять же, да, как бы и название интересное, Арманьяк, никто не слышал. Ну, если, вот, ну, там, если я честно, люблю... было, другие напитки были российские, коньяки, армянские, российские коньяки, да. И, конечно, на фоне них он выглядел намного благороднее, хотя цена, друзья, была на 100 рублей дороже, чем, допустим, покупали, да, да, по 800, да, рублей, да, какие-то там армянские, эти невкусные коньяки. Нет, слушай, тоже хорошо, но все равно мне напоминает, блин. Ну, это какой-то вот... Ну, водянистый был. Водянистый на масс-маркет похож. Да, масс-маркет похож, да. На разливухе я бы такое пиво с удовольствием бы пил, да, бы, знаешь, где-то в баре бы, это всего свежее. Ну, хотя тоже свежее очень. Он прям чувствуется свежим. Мне нравится все, но... Нет, цена нормальная. Да. Даже, очень, даже очень, для него... Очень хорошо, очень. Даже для него, все, как бы... Я бы даже для него не пожалел бы. Я бы, наверное, вино бы выбрал за 400 рублей. Но это вкуснее все равно. А вот трипель намного интереснее. Да. Он прямо золотая медаль. Я считаю, что да. Он взял... Достоин был. Если цена-качество, там был обзор. Ну, смотри, опять кто там присутствовал, какие... Я думаю, что там все равно тоже... Ну, Барселона. Хороший пивос. А Барселона, кстати, ценится вот этот пивной обзор это по сегодня. Не, ну, слушай, здесь, ну, здесь в Барселоне происходили... я скажу, Барселона Beer Challenge. Но. Но я думаю, что Европа шляпу-то там, там бельгийских было до хрена, по-любому. Да, по-любому. Трипель. Трипель. Барселона. А кто трипель-то у нас еще делает? Бельгия, Бельгия, Франция, Италия, все. Больше, по-моему, никто не делает трипель. Ну, в Барселоне, может, кто-нибудь. Может, Голландия какая-нибудь делает? Ну, в Барселоне крафты, наверное, какие-нибудь. Я думаю, что Голландия еще, по-моему, делает трипель. Ну, в Барселоне, может, какие-нибудь крафты делают. Барселона. Какая страна это? Ну да. Интересная. В Испании я что-то не помню. Испанские-то пивасики все там. Просто... Они просто с вином его сравнивали. Просто хорошее вино, не знаю. Давайте за хорошие напитки. Кстати, кто не пробовал, зайдите в метро, попробуйте. Блин, мне понравилось, честно. Ловите акцию. Я, может, еще даже возьму вот такую вот. Если хотите сэкономить там, ну, что-то и попробовать интересный пивас, ловите акцию в метро, приезжайте, не знаю. Покупайте. Я не буду советовать, потому что у каждого человека свой вкус, но мне понравилось лично. Трипелек бы, я бы даже посоветовал бы трипелек, да, и в принципе и то, и другое. Ну, для пробы. Друзья, для пробы. Потому что цена не очень высокая. В принципе, для Бельгии это хорошая цена. Он пришел к подружке, блин. Она нет, такая, я не тоже, пью. Я тоже. Ну, представляете, она просто, она такая говорит, да я не люблю пивасик. Она же привыкла к Туборгу Гринду, знаешь. Туборг Гриндом, знаешь. Ты такой... Эй, дорогая. Сегодня мы встретились с Яшей, там его друга. А, сзади метро. Метро, да. И он так просто тубок берет. Хайнекен. А, Хайнекен, Хайнекен. Берет вот такую, она сколько стоит? Друг знакомого. 700 чем-то рублей. 700 чем-то рублей. Я говорю, слушай, ты вот эти две лучше возьми. Он так на нас посмотрел, я понял. И отошел. Не, ну он на самом деле разбирается в пивасике. Вот именно, что он. Ну просто, ну, красивая. Она красивая, да. Может, подарок кому-то хотел. Конечно, ну да, Хайнекен красивая. Она прям под шампанское сделала. Хайнекен — это такой бренд, который всегда берет... Что у Хайнекена сейчас самое крутое? Это робот, который за тобой ездит и возит с собой холодильник и пивасик. Да. Хайнекен выпустил. Блин, я такой думаю... А биотуалет ты нам не возит? Хочу купить, думаю, прикинь. У меня мысль. Я хочу этого робота. Он прям за тобой ездит по улицам, ты ходишь гулять, ты пошел гулять, он за тобой ездит, у тебя холодильник и пивасик сзади. Он... Все раскуплено. Прикинь, я захожу, нету ни одного, все раскуплено.
Блин, я так такой хочу, чтобы биотуалет с собой возил. Биотуалет. Да, туалет у нас тут в Перми везде, типа, био. Под каждым кустом. Под каждым кустом, да. А вот холодильника нет, видишь, с собой. А прикинь, пошел гулять, пошли мы с тобой гулять. Как в ролике, да? Менты зайдут. Ну, в холодильник, все, давай. Все, что, мы сидим, нормально. Там вот пиво. Его предъявляет, да, да. Ладненько, давайте, друзья. В общем, такой позитивный обзорчик сегодня получился. Слушай, пиво хорошее. Вот когда хорошее пиво, значит, настроение хорошее, понимаешь? Вот очень хорошее настроение. Мне понравилось, да. Классно. За 900 рублей мы, по сути, купили, да, его. Две бутылочки, 1,5 литра бельгийского пивка. Да, отлично. Да, отлично. Отлично. Ценник, понимаете сами, потому что, ну, все-таки Бельгия, либо вы берете там Туборгрин, ну... Разница огромная. Не, ну в алкогольном опьянении, конечно, разницы никакой не будет там. Хотя даже разница в алкоголе, это как бы ты с этого так, точно так же, как и с Туборга с этого напьешься. Потому что некроты крушовицу, да? Так она 3,7. Там, ну, грубо говоря, там козел там. Ты возьмешь чего там, блин. Ящик. Пол ящика, грубо говоря, или вот этого, да? А по алкоголю ты же то же самое опьянеешь. То же самое, да. Опьянеешь, абсолютно точно. Качество, вкус, друзья. Вкус и качество, честно, ну, все надо думаешь. Уважать себя немножко и, не знаю, ну, блин, переходить на уровень выше, я не знаю. Мы растем, давайте переходить на уровень выше, я не знаю, да? Пить реже, но качественно. Вы нам советуете покупать там дешевое пиво, попробуйте такую линейку, такую линейку. Мы с удовольствием попробуем, но когда вы пишете региональное пиво, мы его тут нигде не можем купить. Ребят, мы с удовольствием попробовали бы, да? Чего? Региональное пиво, когда нам попробуйте то-то, то-то пиво, а здесь где мы его в Перми купим, там киевское пиво, там или там еще ниже города. Слава Богу, все можно продаваться, конечно, конечно, мы, сети, мы, конечно, мы бы с удовольствием бы сделали обзор, но так у нас не получается, потому что у нас нет такого пива. Давайте. Ладно, давай заезжать уже на обзор. Да. И будем допивать этот пивасик. Да, это же мне понравится вообще. Может, тачку возьмем, да съездим еще раз. Блин, там у нас еще Октоберфест. Есть, по-моему, Пауланер. Мы сейчас закупили, друзья. Метр мы просто так не ездим. Мы еще нормально с собой набрали Октоберфест с Пауланера. Мы его обожаем. Это пивасик. Советую его всегда всем, потому что, блин, по 94 друзья, рубля банк. 94 рубля банк. Охрененное пиво, не знаю. Ну, давай. Всем. Но у нас всего сейчас с собой есть. Всем пока-пока. Классно.